Трусишки, поехали! Поехали, мы ничего не боимся. Сейчас мы все докажем. Значит так, трусишки. Насколько я знаю, Грэнни ходит с палкой, но одна. Вас-то хоть и трое, но вы же цикуны. Поэтому возьмите на всякий случай. Папа, а куда нам идти? Туда. Вперед. Хорошо, мы пошли. Какое страшное болото. Это меня уже пугает. Может, Грэнни там принимают ванну? И вот почему она всегда грязная в игре. Купается в грязном болоте, противно. Смотреть даже не хочется. Как-то тут прохладно. Ну ладно, пошлите, докажем, что мы ничего не боимся. Да? I see you.
Шлите прямо. Направо, налево или прямо. Пошлите туда. Там должно быть поспокойнее. Давайте позвоним папе. У меня уже нету сил тут сидеть. Нет сигнала, что нам делать? Я не могу позвонить. Слабонервные. И что мы боимся? Пожалуйста, папочка, забери нас. Папа сказал, что он нас ждет внизу. Точно, я вспомнила выход. Бежим, быстрее. Еще слишком малы для страшилок. Она только что бежала. Ладно, давайте, собирайте вещи и в машину пошли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Колокольчик. А канал Масики. И Инстаграм. Всем пока-пока. Пока-пока. I see you. Thank you.